Находимся в контакт-центре «Астана-Экспо-2017». Наш контакт-центр обслуживает 24 часа в сутки на 4 языках обслуживания – русский, казахский, французский и английский языки. Ежедневно у нас поступает около 300 звонков. Такие звонки у нас самые актуальные темы по звонкам – это, допустим, по билетной программе. Многих посетителей интересуют, какие льготы предусмотрены на приобретение билетов, какие есть виды сувенирных билетов и какая стоимость и что входит в стоимость данных билетов. Также интересуются по культурно-развлекательным мероприятиям, так как ежедневно на выставке проводятся национальные дни стран-участниц. В пиковую нагрузку у нас подключено ежедневно около 30 операторов. Банкоматты бізде коммерческий павильондарда бар, 200 және 202. То есть біз қазір восток жақтамыз, сіз қазір шықсаңыз, тура барасыз да, және де оңға бұрыласыз. Бірінші 200 деп тұрады, анда табло тұрады, сонда бара аласыз. Рахмет. Контакт-центр «Экспо-2017» также предоставляет операторов для обслуживания в информационных киосках. На территории Экспо находится 4 информационных киоска, это то есть на востоке, севере, юге и западе. В информационном киоске обслуживают 2 оператора, которые предоставляют информацию на русском, казахском, английском языках. Часто спрашивают у нас карту территории, также спрашивают объекты, то есть где находится конгресс-центр, где находятся международные павильоны. Вот, также камеры хранения, где находится комната матери и ребенка. И были такие, конечно, случаи, когда у нас терялись дети, и волонтеры привозили их в информационные киоски. И, естественно, мы сразу передавали это обращение в главный операционный центр, где операторы инцидента очень быстро реагируют, и также сразу мы находим родителей и стараемся, чтобы наши посетители были всегда довольны и чувствовали себя комфортно.